А тим часом наш безстрашний Олег Крючков досліджував ситуацію під Верховною Радою. Що там відбувалося з самого ранку, зараз і побачимо. Утро на Майдані починається як в армії. 7:00 підйом, 7:30 завтрак, 7:45 поход, світле будущее. Светлое будущее встречают революционеров кордонами. Первый свой у Кабмина. Дорога перегорожена машинами. Проезда нет. Путь на службу для чиновников закрыт. Я сейчас вытащу и набью ебало. Да посмотрим. Все подходы к Верховной Раде перекрыты внутренними войсками и беркутом. Расстояние от солдат до людей, ну, где-то 1.5 метра. Протестующие сразу упираются лбами в шеренгу войск. Скандируют и начинают агитировать спецназ. Никакие политические амбиции тех людей, которые возглавляют эту страну, не стоят того, чтобы ваши братья здесь пострадали от ваших рук. Не повторяйте того, что было возле администрации президента. Ребята, украинцы – это самая вымираемая нация Европы. Не забывайте об этом. Не смейте свои руки обогрять в крови. Лидеры протестных акций лозунгами разогревают толпу и заявляют: отставки правительства быть. Сьогодні дуже важлива ідея. Сьогодні є шанс зробити перемогу. Пытаюсь обойти кордони, і це легко удається. Со стороны депутатской гостиницы «Киев». На подходах к Раде жесткий фейс-контроль. За забором на площади у парламента митинг регионалов. Тут все по-взрослому. Сцена, экраны, нардепы на сцене. Нет только митингующих. Точнее, есть, но очень мало. Говорить с журналистами многие отказываются и прячут лица. Пропустили, потому что все перекрыто, пройти невозможно. Украину, Конституцию и президента. Молодой человек, а что, нельзя разговаривать с людьми или что? Давайте я вам дам интервью. Вот я хочу поговорить с человеком. Давай. А вы откуда? Местные киевляне? Киевляне. Сотные, точно? Экономичные программы, да. Розвитку. Не, ну заробітчанин. Я с Черкасом. За их особисто. Ну, на стройке работаю. Как зовут? Потребно. Саня. Черкас. Державные, да. Змины. Нам по... Каждые 5 минут из парламента выходит новый депутат и идет на сцену. Пламенная речь перед электоратом, интервью прессе и снова в Раду. Ситуация накаляется, когда в Мариинский парк приходит колонна с Майдана. Сторонники евроинтеграции начинают ломать забор и рваться к сторонникам таможенного союза. Вторые на всякий случай снимают себя и выкидывают агитационные плащи. Ситуацию успокаивает нардеп регионал Колесниченко. Он выходит на сцену и начинает клеймить фашистами, пришедших с Майдана. Участники акции протеста, судя по всему, просто не ожидали такой наглости и сразу как-то притихли. У нас в Севастополе около 4000 людей готовы выехать, и они сегодня уже формируют свои отряды. Сегодня в социальных сетях уже запущена информация о создании отрядов общественной обороны и поддержки законной избранной власти. Но это гражданская война! А это попытка организации государственного переворота. Полевой командир регионалов Олег Калашников идет еще дальше. Объявляет со сцены Мариинский парк последним рубежом обороны. И начинает в Киеве еще одну бессрочную акцию. Только не на Майдане, а под стенами Верховной Рады. Мы приняли такое общественное решение. Наш Мариинский оборонительный рубеж. И сколько люди здесь будут оставаться постоянно, мы приняли решение проводить акцию бессрочно. Сколько будем оставаться? Ну, наверное, оставаться будем столько, сколько нужно для восстановления в стране конституционного порядка. Не знаю, появятся ли в Мариинском парке возле Верховной Рады окопы и противотанковые рвы, но баррикада из автобусов здесь уже стоит. Евромайдановцы над милитаристскими приготовлениями регионалов посмеиваются. Правда, танкистские шлемы из сундуков уже достали. А танк є? Буде. Коли? Нема проблем за танком. А вилишні дали, то все буде. Главное моє впечатление от сьогоднішніх протестних акцій – все немного устаканилось і пошла обычная революционная рутина. Под стенами Кабмина митингующие спокойно раздают газеты и устраивают мясо-меховые флешмобы.